Хайоги, всем шумики, мы продолжаем проходить игру под названием... Под названием Виджил. Ну окей, что мы с вами сейчас делаем? Мы сейчас с вами... Одну из двух. Либо отправляемся... Навряд ли я буду отправляться, вот честно. Стоп. Что-то я немного не пойму. А куда тогда тот проход вел? Что вот это за место? Ладно, давайте... Так уж и быть, короче, используем этот. Посмотрим, что произойдет. Тоже пристанище смерти? Ну, они ледяные владения. Мне кажется, после этого меня телепортнет снова куда-то. Либо в прошлое, либо в будущее, потому... Ой! Поэтому мы загружаемся. Исследуем пещеры, а потом уже, когда уже все найдем, то, что нам необходимо. Катакомба, бессменная гробница. Пещера. Так, слева были, теперь идем направо. За них дохера дают. Вот этих чуваков фармить можно, по сути. Нет. Я упал из-за тебя. Так, а я туда тоже не ходил, да? Я говорю, можно, в принципе, уровень на них пофармить. Топор рабства.
Окей. Клинок жнеца. Уникальное тяжелое оружие древнего стража, поразившее на своем веку немало злодеев. Крюк. Кнопки. И кнопка атаки. Нихера себе. Топор рабства. Смягчает негативные эффекты истощения этого топора, выковшего безымянными духами рабов. Воплощает в себе столетие бессилия и гнева. В руках человека, который ничего не теряет, он обретает удивительную мощь. Урон стойкости. Защита минус 2. 55 урона. Урон от удара в спину. Расход выносливости. А, но здесь, скорее всего, проблема будет в радиусе. Да, мне кажется, тут радиус немного будет ломать все. Блин, это не то. А как мне узнать, в какую мне сторону нужно будет бить? Хотя, с другой стороны, какая нахер разница, какой радиус? Я все равно с ними впритык дерусь. Так ведь? Да ёлы-палы, что такое? Так, лампа, пока она не заточена, похожу с мечом. Блин, я ж найду. Давайте я все-таки... А ну-ка. Не, я зацепиться не могу. Зацепиться не могу, поэтому... Но я даже не знаю, куда идти. Так, навыки сразу.
Время восстановления сокращается на 0. Сокращает время восстановления обычных атак. В смысле? То есть я буду быстрее атаковать обычными атаками. Нихера себе. Невзапно, невзапно. Так, подожди, может он просто быстрее атакует с этим топором? Нет, атакует он одинаково. Блин, вот здесь прикольный предмет, это вот... Бля. А если хочу в ту сторону ударить? Короче, ясно. Фиговый предмет. Че вообще паузу не поставил стопе? Я ставлю паузу, мы доходим до фонаря и идем в другую сторону. Прикинь, интересно, сундучок нашел. Недалеко от этого места. Огненные стрелы. Ничего себе. Это находочка хорошая. Хотя, шо мне? Останавливать, если мы уже дошли. Я пауков пофармую, ребят, потом продолжим. Так, немножко, короче, фарманулся. Давайте я прокачаю навыки. Я 4 уровня поднял. Так, где мои, подожди, топоры? Наверное, буду надеяться, что это то, о чем я думаю. Да, смотрите, я стал намного быстрее атаковать. Хе, это неплохо, очень неплохо. Так, ну что? Идем вниз. Как они надоели? А, то есть... Туда по факту я по-другому тоже мог попасть. А, это тупик. Если так, то плохо. Но вон внизу еще то, что есть. В смысле, оттуда паук вылетел на меня, а я туда теперь попасть не могу. Что за обманки? Thank you.
Вот этот паук оттуда выбежал. Бред. Ладно, короче, идем к телепорту. Тогда будем телепортироваться. А вот куда, конечно, я еще не знаю. Можно... Давайте в кузницу. В шахты. Мы телепортируемся в шахты. А именно в лагерь мы телепортируемся. Из лагеря я зайду в дом. По идее, дверь смогу открыть, потому что у меня есть ключ. Если это то, о чем я вообще думаю. Наконец-то я выбрался из этого ада. Хотя здесь не так и безопасно, как в городе спрятаться можно. Я уеду подальше. Ноги мои пусть здесь больше не будет. Ох, ты вернулся из шахты. Спасибо за все, что ты сделал. Возьми. Фишер хотел этими камнями и мерцанием подкупить монахи и жрецов в церкви. Прими их. Что в городе происходит? Мне нужно вернуться в город. Оу, мне дали один этот. Шестерочку. Так, погнали зайдем внутрь, посмотрим, что у нас в общежитии. Думай. Пол. Ты видел Пола? Мне нужно вернуть домой, спасибо. Окей. Так, столовая шахтеров, поехали. Где-то должны быть спрятаны нужные мне предметы. Ага, вот оно. Или нет. Или да. И для чего? Часа для того, чтобы я покатался? Инструменты. Увеличение числа расходуемых предметов, которые можно носить с собой. Увеличивает число рас... натуре. О, смотрите, теперь я могу 20 носить. И 20 хилок. Неплохо. Ну, это, конечно, не камни, которые мне нужны, но все же. Все же это очень даже неплохо, я вам скажу. Так, погнали. К телепорту. Ну, блин, я, в принципе, больше ничего такого не вижу. Босс у нас был? Нет. Босса не было. Значит, мы... Либо я могу посмотреть еще, что у меня есть по заданиям. Либо мы можем уже телепортироваться. В затопленный этот я не хочу идти. Слишком опасное место. И слишком крупное. Если брать еще с таких записок... Найдите Пьера, брата Клея в шахте. Бригада попросил мне помочь выжившим, но я это сделал. Нехватка соли, поручение. Исследуйте озеро Бафанайт. Что такое озеро Бафанайт? Найдите картины. Картин... Сколько их? 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Короче, мне нужно еще картину найти. Одну. Врата на ту сторону. Холодная окраина. Получила обгоренную картину, что будет, если использовать ее у врат на ту сторону. Что холода врата, что будет, если использовать ее у врат на ту сторону. Либо будет третий телепорт. Либо меня вернет самое начало. Так, Сильвия просила отдать ей брошь, которую называют Вечный Свет. Но я же ее отдал. А, я отдал Вечный Свет Сильвии, и она попросила меня отыскать Вечный Взгляд. Сука. У меня есть мяч, нахер никому не нужный. Неизвестный порошок у меня есть. Кусочки древесины. Ну и древесина, она продается, по идее. И также в задании используется. В дом я могу принести вот эти три вещи. Давайте озеро искать и пойдем в дом. Так, я думаю, пускай она разлаживает. Я нашел украшение для дома, похоже, их расставишь, конечно. Так, а где свиток? Стоп, свитка не хватает. Фиг его. О, так у меня есть уже шкатулка. Ты смогла ее найти? Слава богине, спасибо. Большое спасибо. Я счастлив, что она у тебя. Любимое кольцо моей дочери. Хоть она жива, вы были бы ровесницами. Это кольцо будет тебе к лицу. Пожалуйста, возьми. Моей дочери было бы приятно, что она у тебя. Ну что, плюс кольцо. Сейчас посмотрим, что она дает. Какие характеристики. Я вообще не знал, что у меня все-таки есть. Вот этот предмет. Так, запомню, этот город находится где мельница. Снаряжение вместо этого кольца. Что она дает? Сопротивление льду. Это как раз мне подойдет следующую локацию. Кольцо зачарования флюоритом испускает холодное голубое сияние и окружает своего владельца ледяной аурой. Ну да, поставлю. Мне сейчас снится странное. Однажды во сне мне явилась красивая леди. Не то чтобы такого со мной никогда не случалось. Это вестивый сон? Конечно, нет. Леди подходила все ближе и ближе, с нее начала слезать кожа, а потом она превратилась в клубок извивающихся щупалец. Понятно. Так, кто у нас еще? А, подожди, парень больной, по идее. Или здесь. Дом Аврора. Почему ты еще здесь? Дорогу до города забыла. Иди на запад, пока не увидишь мельницу. А дома будет тропинка, она приведет к залу. Если боишься заблудиться, можешь поехать по дороге под Майю. Теперь поняла, почему мне всегда приходилось по 100 раз повторять одно и то же. Нет, ты, конечно, молодец, но я все равно не понимаю, подожди. По факту, что мне делать?
Куда мне это нужно было принести? Я со всеми NPC разговаривал. Дом Пола Винсента. Стоп, я тут вообще был? Сейчас узнаем. Нет, я тут не был, прикиньте. Я так рад, что выжил. Был уверен, что мне конец. А, это шахтеры. То, что мы все еще живы, настоящее чудо. Нет худа без добра. Пусть богиня благословит Майи. Но нам нечем тебя отблагодарить. Тебя за доброту. Мы обсудили это с Винсентом и решили отдать тебе наши сбережения. За нас не волнуйся, мы живы и заработаем еще. Нет, оставьте их себе. Вы работали не покладая рук и еда не погибли. Так, и едва не погибли. Оставьте деньги себе. Ох, у нас еще есть счастливая монетка. Возьми тогда ее. Старая монета. Теперь у меня есть монетка. Покрыта грязью и давно вышедшей из обращения монета. И что она дает? Может, когда я поменяю время, монета станет очень ценной. Типа. Ладно, погнали искать того, кто мне нужен. У меня в горле пылает, мне нужно что-нибудь выпить. Дейзи сказала, что даст мне особый напиток. Ты имеешь в виду этот напиток? Дейзи и мне дала такой? Да, его. Он пахнет цветами. Я скучаю по цветам. Тогда возьми и мой напиток. Но пей помедленней. Это не просто напиток, это лекарство. Дейзи сказала, что оно волшебное. Так, записи. Стив дал мне письмо Дюрана. Наверное, стоит вернуть их. Надеюсь, чтобы я нашел вонючий... А, с этим я проебался, ладно. Особый напиток, благословение, мерцание. Скелеты идут в сраку. Братья-охотники попросили меня найти для них... Блин, ну слизь будет в лесу где-то, я вот не помню, где мы тогда были. Там слизь золотая была. Письмо в бутылке. А надо бросить письмо в бутылке, в море, из убежища в затопленных землях. Нахер. Поручение. Городской зал Майя. Карлосу. Окей, найдем Карлоса этого. И слизь найду. Походу вот так, Карлос. А это песня. Пока еще не поздно. Нужно уезжать. Песня. А где Карлос? Какой Карлос? Где мне его искать? Я не понимаю. В городе? Ну я в городе и так, по идее. Так, короче, здесь еще один появился. Спасибо, что... Посла нас. Я этим молотом уже много лет пользуюсь. Возьми его. Мне он больше не нужен. Нихер. Он стоит девятку. Ниха себе. Медленный, тяжелый и неотвратимый. Враг, получивший удар таким молотом, уже никогда не встанет. Урон стойкости 140. Расход выносливости 50.
Ну, по урону хороший, однако... Сами понимаете. Но если что, я этот топор буду затачивать. Поэтому посмотрим. Челика я так и не нашел. Ты принесла лекарство? Доктор работает на износ почти... Буд. Ой, нет. Разобьюсь. Где мне искать? Подожди, а что доктор у меня спрашивал? Бафанайт, чему могла перейти с озера Бафанайт, надо проверить. В Бафанайте не был, потому что там, где я был, она говорит, да. Поэтому сейчас мы будем с вами искать Бафанайт. Короче, ребят, я нашел новую механику. Поэтому я сюда сразу же прибежал. Понятное дело, что таким образом, ну, именно меч, я не допрыгну. Однако, можно. У нас же есть спринт. Теперь мы можем делать спринт и прыжок одновременно. Сковородой по морде. Кольцо чертополоха тут есть какое-то. Давайте смотреть инвентарь. Колечко. Атака 10%. Неплохо, неплохо. Кольцо из серебряных нитей, которые придали форму чертополохам. Очень неплохо. Ну... В принципе, я больше не знаю, куда идти. Блин, серию не хочется заканчивать, потому что у нас тут ничего такого не было. Ну, конечно, мы молоток получили. Мы только молоток получили, все. Так, я смотрю, что сюда на дерево можно как-то запрыгнуть. Мы, конечно, будем сейчас пробовать. Поэтому мне нужен меч. Опа. Опа. Здрасте. Метатель наши нахер надо. Вакицасаси. Сколько у них урон? Странное оружие, которое все время испытывает тусклое багровое сияние. Словно внутри него заключено нечто живое. Атака 20, урон стойкости 15, защита 2, расход выносливости тоже имеется. Я не знаю. А ну-ка, давайте. По ветке смотреть. Ну, в принципе, что то одинаково. Так, а как убрать? Ну что, в принципе, все. Давайте на этом закончим. Либо я немного полазю, еще какие-то плюшки поищу. Я знал, что ты придешь.
Чуть у таких, как мы, что надо. Может, доверишься мне, раз я тебе кое-что подарила. Зависит от того, что ты мне расскажешь. Ну, я думаю, что никакой чумы на самом деле нет. Человек, который может обхитрить всех, обычно знает о сути обмана больше других. Например, я тебе расскажу. Сразу поверю, если скажешь, что дозорные приносят в жертву детей во время ритуалов. Если я правильно поняла, к чему ты клонишь, то понадобится доказательство. Есть кое-что получше, что может быть слаще лжи и секретов. Но много сладкого есть вредно, так что уже тебе придется заслужить доверие. Если нужно доказательство, снова отыщи мне и убедись, что мы можем доверять друг другу. Встретимся на деревянном мосту в тоскливом лесу. Окей. Короче, я еще исследую немного известняковый путь, и все. Я нашел сюда, короче, спуск. И здесь я нашел что-то. Проклятый камень. Здесь было четверо вот этих гулей. Я иду далее. Очень здоровый минус этой локации, это из-за того, что дождь. ФПС сильно проседает. Короче, понятно, там нихера нету. Не спрашивайте, каким образом я попал в шахту. Тут, короче, есть еще какой-то проходик. Дверь. Я, походу, сюда ходил. Да, я здесь все ходил. Все. Тогда прокачу навык. И на этом мы завершаем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Если что, я речку нашел. Да.